Большегрузным автомобилям временно запретили передвигаться по Енисейску. Ограничение вводится для машин массой более 20 тонн. И связано оно с проведением в городе масштабных реставрационных работ. Дело в том, что вибрация, которую создают грузовики, разрушает старинные здания. Уже в скором времени на въездах в Енисейск появятся запрещающие знаки. Один из них установят возле поворота на Епишинскую переправу. Еще один на улице Чкалова. До 1 апреля тяжелые машины должны будут двигаться по зимнему объезду. Следует оговориться, что грузовики не все, только транзитного направления, которое проходит через год, это как правило, лесоматериалы, опасные грузы, которые везут на золотодобывающие предприятия. Под действие приказа не попадают предприятия, организации, перевозящие топливо котельным, продукты питания, ну и другие жизненно необходимые грузы.